сижу в банке, никого. День прошел на метро, этот день был очень мил. Минус пять и полный штиль, идешь и не мерзнешь. Неоправданный раз, а быть может новый шанс. Ех, не надо фонарей, маскирует мрак дверей. Недостойный объект, как подобие моих бед. Как стыдно, пустыдни. Но рассыплется нетрой, убери со лба водой. Слышу скрипку за стрёс, говорят секрет так хвост. Не сворачивай с пути, и да-да-да не пути. И слышишь, услышишь, то ли поезд до свисток, то ли как вздох. Недосмотренные сны ждут меня с той стороны. А кто скажет мне сначала, не судьба тебе кончай. Назло им достоин, слова не считай судьба, убери воду с лба. Спасибо. В принципе, там, если кто-то помнит все, что я играл в студии сотрудничества, то все в этом альбоме есть. Поэтому... Если кто не был в студии сотрудничества, соответственно, нет зачем удивить, поэтому там пошли все, вот, собственно, эти песни ваши. Я шел себе поле, инструмент принес, потом вот решил испытать свою волю, задрать свой нос. Но чтобы знать цену, надо выстрелить вот. И вот я вхожу, словно на сцену, все реки болота. Но болото не поле, нужны сапоги. Один в поле не воин, должны быть враги. И брат мой Иуда, на свой риск и страх, и стал повсюду, по большей части пуста. Калимба, малимба, малимба моя, Сабреда, калимба, калимба, малимба, малимба моя. Калимба, малимба, малимба моя. Враги мне сказали, мы не враги, друзья. И дали совет, давай на честнове, так жить нельзя. А здесь вас не видно, не верит небесам. И замкнутый путь никогда не видно его голосам. Но куда вы идете, что будет потом? Потом ничего, но зато мы сильнее, мы быстрее идем. И вот теорема, ответ на вопрос, что дальше идет, свет старик ли я моим весом сверх нос. Калимба, малимба, малимба моя, в городе калимба, в Киеве малимба, малимба моя. Калимба, малимба,
повин помогят. Это что ты, я говорю, повин повин помогят. Спасибо. Константин Карасев. Поздравляю вас с собой. Для всех музыкантов это важное событие. Для всех музыкантов это важное событие. Правда, сейчас век уже интернета и возможности скачивания. Для слушателей это еще менее важное событие, но для тех, кто записывает альбом, это очень важно. Я понимаю. Но альбом — это всегда хорошо, какой-то отпечаток, по крайней мере, запечатленный до вечности, каких-то мгновений. А сейчас у нас появляется Николай Кодорожский, так получается, что вот они сегодня единственные, кто у нас играет вдвоем, хоть какой-то коллектив сотворчества. Вот сегодня мало у нас такого, обычно все-таки на сотворчестве друг друга себе поддерживают, но, наверное, сегодня, может быть, не уместно, может, лучше действительно послушать. Поскольку она отсутствие я так не вижу, тогда, наверное, уже готовятся гости после Николая Бокса. Вы же готовы? Вот, если вдруг Аня появится, ну, тогда она сыграет. Если нет, то, значит, уже у нас все участники на этом закончатся. Николай Кодорожский, ну, басист, он представит сам. Добрый вечер всем. Мы с вами представляем одну треть группы «Гача». У нас в полном составе 6 человек. Это я, Николай Кодорожский, и бас-гитарист Алексей Черников. Сыграем две бодрые песни. Одну громкую, другую
расплескаться светом, расплескаться светом, открыться жизнь, воспрять.